Всем привет! Сегодня мы приготовим паштет из печени. Поехали! Паштету нам понадобится, соответственно, сама печень, морковь, лук, шпик и масло сливочное, соль, перец. Начинаем. Сразу ставим сад. И идем все нарезать. Все режем крупным кубиком. Так, сало нарезали, сразу закидываем в казан. Пока жарится сало, идем нарезать другие овощи. Также все нарезаем крупно. Пока нарезали овощи, у нас уже сало обжарилось. Идем сразу все засыпать. Жарим буквально несколько минут и добавляем печень. Прошло буквально 3 минуты, закидываем печень. Сразу можно и посолить. Прошло где-то минут 15, все готово, добавляем масло и перекручиваем. Я буду перекручивать на мясорубке, так как я больше люблю, но можно взбить это все блендером, как правильно. Поехали! Так, перекрутили паштет, все, и он готов, осталось только попробовать. Его можно есть как и теплым, так соответственно и холодным. Нам осталось переложить его в меньшую тару и в холодильник. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!